Всем привет, с вами Прочнисто, и мы продолжим проходить StarCraft 2 Сердце Роя на экстрим уровне сложности. Ой, сейчас не туда. В прошлый раз прошли первую миссию, ну там ничего сложного не было. Сейчас продолжим проходить. Остановились на том, что Керриган выбралась. Точнее, не выбралась, продемонстрировала Рейну, что она контролирует себя, свои возможности, и немножко пошалила зерлингами. Ну, вы и так все прекрасно это знаете. Я думаю, все проходили кампанию, поэтому я не буду особо останавливаться на каких-то мелочах. Там, на сюжете, буду делать акцент именно на самой игре. Так, посмотрим заставочку. Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Окей, только я хотел бы настройки поменять. Сколько тут всего-то? Войска Доминиона в секторах 3, 4 потом и 6. Крузеры. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Бом-бом. Какая девочка. Сара. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответь. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да, все-таки шикарный сюжет. Да уж, это точно. Вот сейчас нам предстоит выбраться с корабля.
крутится. Быстренько настройки. Что такое? Это Керриган. Снова в седле. Вперед! Готова к бою. Реймер сам бежит. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Ок. Противник справа. Я слышу тебя. Ой. Меня сильно потрепало. Иду. Что поделать? Они запечатали дверь. Надо найти другой путь. Марш-бросок. На-на-на-на-на. О. Группа захвата Доминиона. Уркер. Нам нужна помощь. Мы на одной волне. Что? Хорошо. О, жизнь. Рейнер, Керриган, у этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Тут что? Похоже, эта штуковина будет тупик. Тут ничего. Идем обратно. Да. Я слышу тебя. Так, сейчас я чуть потише сделаю игру. Прочесываю территорию. За дело. Как все разрушается. Продвигаюсь к цели. Тут тоже нет выхода. Иду. Мы на одной волне. Марш, бросок. Эти морпехи будто нарочно да сгрудились. Знаю я все. Хватки. Хотя уже не помню. Но знаю. Готовы к бою. Продвигаюсь к цели. Чисто! Вперед! Марш-бросок. Прочесываю территорию. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Им так просто не уйти. Готовы к бою. Ну, это очень просто. Да, я слышу тебя. Продвигаюсь к цели. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Повтори. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу. Но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Прочесываю территорию. В ножами управлять можешь. Что за бред? Противник спит. Меня сильно потрепал. Поняла. Хорошо. Прочесываю территорию. За дело. Мы на одной волне. Поняла. Продвигаюсь к цели. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняй всем жизнь. Сдавайся уже. Нет, не сдамся. Что такое? Хорошо. Прочесываю территорию. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая. Мы должны добраться до той двери. За дело. Продвигаюсь к цели. Ну ничего. Поняла. Себе. Марш, бросок. Они у меня на прицеле. Прочесываю территорию. Хорошо. Так просто не уйти.
Цель охота. Повтори. Готовы к бою. Все как в старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да, прическа знатная. Кстати, почему она не поменялась, когда ее вернули? Да уж. Сбили бы ее на лысо, там, я не знаю, еще что-нибудь. Иду. Что такое? Хорошо. Не останавливайтесь! Они вот-вот запечатают лабораторию. Поняла. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Интересно. Мы на одной волне. Им так просто не уйти. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Плохо. Перебью всех. Марш. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керри, хорошо. Никогда не сдавайся. За дело. Никогда не сдавайся. Дьявол! Сколько же здесь зергов? Да, наверное, слегка перестаралась. Спасибо тебе, что вход открыл, братин. Хорошо. Эту секцию вот-вот закроют. Вам нужно добраться до двери. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Игра сохранена. Ну, успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Иду. Я вижу их. Цель опоздана. Хорошо. Поняла. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Угу. Давайте газ. Марш-бросок. Газ бесполезен против техники. По крайней мере, теперь силы равны. Вперед. Время платить по счетам. Меня сильно потрепало. А где? Я не знаю, где ближайший. Лабораторию сейчас запечатают. Скорее! Я вижу их. Ладно, ты живи, так уж и быть. Иду. Продвигайся. Перебью всех. Снимаю с предохранителя. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Прочесываю территорию. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. Да, я слышу тебя. Ага. Поняла. Мы на одной волне. Войска Доминиона прорвались в тоннель. Раз. Все, одна тут. Марш-бросок. Хорошо. Иду. За дело. Продвигаюсь к цели. Они у меня на прицеле. Поняла. Войска союзников атакуют. Время платить по счетам. Войска союзников. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Получу. Прочесываю территорию. Не убьешь ты двигателя. И не дропнешься. Продвигаюсь да? к цели. За дело. Поняла. Им так просто не уйти. Войска союзников атакуют. Это Кириган. Ну вот, кого-то убили. Хорошо. Иду. Враг уничтожил один из двигателей. Осталось еще пять. Давайте не терять их больше. Помашите лаборатории ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Марш-бросок. Чем починить нельзя? Прочесываю тебя. Не-не-не. Хорошо. Повтори. За дело. Марш-бросок. Атакуем. Готовы к бою. Есть. Прочесываю территорию. Поняла.
За дело. Снимаю предохранитель. Они у меня на прицеле. Поняла. Платформа сильно повреждена. Меня сильно потрепало. Так, а первым мы оставляем на медиваке. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Что, хорошо. Не дропался. Продвигаюсь к цели. Прочетный устройство. Осадный танк. Я обезврежу его кинетическим ударом. Ток. У меня нет его. Подожди, быстрее. Ваш проток. За дело. Хорошо. Поняла. Это Керриган. Мы на одной волне. Повтори. Прочесываю территорию. Все, что ли? Я уже не помню, если честно. Год назад играл. Тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Почти в мае, по-моему, вышло, да. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Побежали. За дело. Хоть дьявол прям. К цели. Ой. Поняла. Цель опорта. Прочесываю территорию. Марш проток. Перебью всех. Им там просто не уйти. А что там? Я хочу посмотреть. Продвигаюсь к цели. А ничего. Иду. Готова к бою. Архангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона. Вперед! Джин, Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю этой железяки крылья без тебя. Что такое? Аля Диабло. Прочесываю территорию. Им так просто не уйти. Это Керрика. Поняла. Продвигаюсь к цели. Мне не нужна армия. Повтори. Я вижу. Да, в Диабло было что-то похоже. Время платить по счетам. Они у меня на прицеле. Цель выбрана. Сбросить капсулы. Иду. Прочесываю территорию. За дело. Мы на одной волне. Ну вот, я один остался. Продвигаюсь к цели. А, нет, откуда они все приходят? Самое время использовать кинетический удар. Изи. Задело. Меня сильно потрепало. Есть. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы на одной волне. Поняла. Задело. Прочесываю территорию. Им так просто не уйти. Мне не нужно. Мы на одной волне. Они у меня на прицеле. Марш бросок. Иду. Продвигаюсь к цели. Вот и все. На одной волне. Хорошо. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Маленький, а что нельзя было сесть и улететь, я не понимаю. Валериан.
Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм. Понял. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Если бы ты помог мне разобраться с Тошем, все было бы по-другому. Но ты сделал неправильный выбор. Интересно, что... Рассчитываешь получить повышение, куколка? Типа здесь другая бы заставка была, что ли? Ну ладно. Все. Всем пока. Сейчас буду следующий проходить, но уже в другом виде. Так что увидимся.